Привитосик, мое соло-выживание продолжается. Сегодня я займусь сбором ресурсов в новом найденном мною городе. Приятного просмотра! Такс, ну что ж. Пам-парам. Осмотрим-ка эту машинку. Что здесь есть? Угу. Спички. Фонарик. Супер. Великолепно. Пустая бутылка, платок. Супер. Так, надо бы частичку уже убрать сюда. Миска. Железжавшаяся. Но все равно скушим полностью. Думаю, надо будет снять эту штуку. Так, лучше, наверное, конечно же, она, чем поясная сумка. Посмотрим, сколько весит у нас. Понч весит 0,5. Сумка весит у нас. Сумочка. Где же наша сумочка? Так, что-то я не вижу. 0,2. Ладно, избавимся от нее. Все же понч будет лучше. Так. Так, так, так. Миску убираем. Платок, пустая бутылка. Так, это, пожалуй, я пока перевожу в багажник машины. Здесь у нас немножко армейские патроны, армейский бронежилет. Да, защита от укуса. Одевать, не одевать его. Ладно, оденем. Не помешает. Думаю, кувалду можно пока переложить в рюкзак. Будет получше. Да, теперь мы получше себя чувствуем. Теперь можно покушать, попить. Бутылочка воды. Пить. Так, конечно, через противогаз мы пьем. Ну ладно. Так, что у нас еще? Покушать есть что-нибудь? Журнальчик. Что это такое? Читать. Не знаю, что это. Но прочитаем. Великолепно, прочитали. Берем пока что. Так. Что ж, бутылочку воды оставим и переложим ее в рюкзачок. Даже в сумочку, правильно. Ой. Надо бы сходить в туалет. Так. Так, я думаю, он не снял штаны, и мы испачкали штаны. Не кровавая. Грязная кровавая. Поехали. Так, аудио чуть потише сделаем. Вот так. Поедем. Наверное, я вернусь в город все. Рискнем. Сейчас там был, по-моему, полицейский участок. Можно попробовать повоевать. Патроны надо переложить сюда сразу, чтобы была удобная перезарядка. Так, заскочим на заправку. Припаркуемся и посмотрим ближайшие домики. Сейчас набегут сюда товарищи, надо от них отбиться будет. Давай, иди ко мне. Получай. Супер. Ух ты, а вас много? Но это не проблема. Давайте, давайте, подходите. Всем достанется. Еще, давайте, давайте.
легко. Просто не чувствую вас. И это все? Я думал, будет больше. Кто-то в доме стучится. Так, надо будет осмотреть всех. Кольт, пистолет. Угу, патроны, 45-ки. Угу. В целом, ничего полезного. Так, канистра есть у нас здесь? Канистра. Нет, канистра. Так, здесь никого. Опа, привет. Получай. И еще раз. Давай. Так, внутри магазинчик. Может быть, здесь что-нибудь будет? Нет, к сожалению, ничего здесь нет. Ладно, разобьем окошко. Убираем стеклышки. Перелезаем. Так. Бутылка лимонного сока. Пойдет. Супер просто. Что у нас еще есть? Овощные маки. Так, я заберу, пожалуй, все отсюда. Понадобится. Так, надо кисть. Перебинтовать по новой. Ой-ой-ой, у меня заражение. И тряпок чистых нет. Надеюсь, что-нибудь здесь будет. Зажигалка, пачка сигарет. Сигареты. Пепельница. Деньги. Так, давай разберемся с тобой. По-быстрому. А, супер. Так. Носки нужно порвать. Сейчас сделаем из них тряпку и перемотаем руку. Давай, тряпочку. Надо раковину найти, очистить. Тряпки наши. И напастись еще. Так, шоколадный рулетик. О, зажигалка, банка газировки. Вода мне побольше понадобится. Так, начес. Начес, пакет леденцов. Так, это все чипсы. Так, курсы автомеханики. Лампочка, разводной ключ. Канистра. Канистра надо. Карты. Карта с заметками возьмем. Так, большая канистра, еще одна канистра. Так. На нашей базе есть заправка, но рано или поздно там кончится топливо. Так, возьму я это пока что. Так, здесь пусто. Выход. Выход, что на втором этаже. Книжная полка, стресс, контроль эмоций. Черные, так, заберем. Это нужно очень. Так, здесь консервы. Все надо забирать. Все забираем. Так, сейчас заглянем еще в холодильничек. Баклажан. Так, отсюда мясо надо забирать срочно. Сырое, замороженное. И я чувствую, мы сейчас сложимся, и место уже там закончится. Так, сырое. Кушать мы это брать не будем. Так, здесь есть... Ага, одеколон, сухой, бета-блокаторы. Это надо очень, очень надо. Толстовка, джинсы. Так, это надо порвать. Это надо порвать. Так, все, можно уходить отсюда. И грузить все в машину. Так. Перегруз вообще конкретный такой. Еда, хозяйство. Ладно, выбросим грязную. Вот это сюда все перекладываем. Так, у нас еще тут нормально так есть. А здесь вообще караул. Частично получится освободиться. Так. Еду. Так уж и быть, канистры я, наверное, возьму только большую. Набирать ее не буду, и так места нет. Вот эту выброшу.
Так. Что там у меня просто... А, у меня голод умеренный. Давайте-ка что-нибудь скушаем. Йогуртик надо кушать, а то он испортится. Так. Открыть пачку. Достанем сигаретку. Так, чуть покурим. Ну да, через противогаз самое оно. Да, и так дышать нечем, так мы еще и в противогазе ходим постоянно. Так, супер, что у нас? Небольшая нагрузка. Пищевую соду к черту. Так, чуть половину патрон, наверное, где-то вот. Половинка где-то здесь. Он здесь будет. Переложим. Понч. Так. Бета-блокаторы принял. Так. Чуть получше будет. Окурок выбрасываем. Можно ехать дальше. Так, сейчас сразу посмотрим, куда нам ехать. Сейчас налево надо свернуть. Так, куда-то нам сюда. Чувствую, здесь будет сейчас большая тропа. Сейчас чуть-чуть подавим. Машинка хорошая на парковке. Ух ты, ух ты. Вот этих товарищей надо сразу убирать. Так, машины и так убиты. Вот эту толпу убьем, а остальных сейчас будем руками доковыривать. Супер. Получаем. Вот так вот разочек. Так, ребятки, вам тоже сейчас достанется всем. Так, надо скоро возвращаться домой, уже вечереет. И надо отдыхать. Ой, вы своему другу не даете встать. Бедняга лежит весь. Ой-ой-ой, как поступил. Вот так. Опять ты упал. Ой, дружище, тебе вообще не идет. Кто-то еще? Давай сюда-сюда. В порядке очереди подходим. Не стесняемся. Супер. Так, здесь начинает вонять. Надо быстренько осматривать. Револьвер. Спортивная сумка. Шлем. Так, витамины. Ребятки, ребятки. Что же вы здесь делаете? Лок. Пистолет хороший, заберу. Понадобится. Будем учиться стрелять с него. Карту виспоинта тоже заберем. Потом все посмотрим. Что здесь у нас? Офис. Так, это не то, что, наверное, нам надо. Нам вон то здание соседнее нужно. Так, сейчас это уберем. Так, надо бы помыться. Машины, как всегда, эти пустые, но я думаю, у нее состояние очень хорошее. Закрыто.
будем бить окно сразу. Так, два бинта. Ой, вкусно. Так, я же открыл. Нет, наверное, не открыл. Отвертку забираем, просто туалетная бумага. Ой, очень надо. Опа, подтирать. Опа, подтирать. Не знаю, что это за магазин. Ну, я, пожалуй, сюда зайду. Так, вот это вот все дело надо переложить. Сумочки. Дверь закрыта, так и думал. Так, даже закрыта. Ладно, полезем через окно. У нас тут будет только осколочки уберем. И будет все шикарно. Пойдем. Так, что здесь у нас? Крючка. Офис какой-то. Офис тут выбито. Так, пачка семян клубники, колючая проволока. Это, пожалуй, нам понадобится. Лейка. Супер. Можно будет заняться садоводством. Монтировка, брезент, монтировка в плохом состоянии. Пожарный топор. Пожарный топор я заберу. Древесину рубить будем. Респиратор. Доски. Доска не нужна. Что здесь? Здесь еще коробка гвоздей, лампочки. Ну, губка отбеливателя. Ну, отбеливатель, конечно, понадобился по-хорошему. Ну, брать я его не буду, наверное. Да, это кафе какое-то. Да, или бар. В любом случае, ну, уже можно, можно идти в туалет. В туалет. Так, выложим. Так, дружище, давай-ка подъедем. Попробуем. Заедем. Заедем сюда. Сразу встретим вот этих друзей. Ой-ой-ой. Надо срочно. Где туалетная бумага? Туалетная бумага. Вообще не повезло. Туалетная бумага, я же брал ее, подождите. Не могу найти. Пачка сигарет. Блять, я же ее брал. Походу не взял. Ладно, давайте прямо так. Навалим кучу. Так, рана зажила, это хорошо. Ну, мы тут прям насрали, как собачка прям. Вот, мало дро. Да, конечно, то, что я вот так вот уснул, это прям очень плохо. Бумбокс. Бумбокс, блин, я заберу, если в последнюю очередь только. Так, надо пить. Очистим тряпочку. Моемся, постираемся. Так, отлично. Это какой-то департамент, я так понимаю.
видосик. Больше на административное здание похоже. Сомневаюсь, что здесь что-то будет такое огнестрельное или подобное. Так, зато толпа там есть уже. Ладно, не будем досматривать дальше. Пригласим их сюда. Давайте, ребята. Пока я полон сил, я вам намодаляю как следует. Надаю люля. Люля-кебаб. Люля-кебаб, иди сюда. Иди сюда, давай, давай, давай. Еще, еще, давай. Под раздачу все. Это все? Ладно. Так, шприцы, упаковочку забираем. Гемостоп очень надо. Так. Школьный рюкзак что-то. Блин, надо на визион вот это взять. Так, это какой-то ферма, магазин, садоводы, я так понимаю. Там полицейский участок. Блин, конечно, такая толпень. Можно попробовать с ними постреляться. Но будем пока вот так начинать сейчас по одному выстегивать. Даже не по одному. Такая кучка будет подходить. И разберемся с ней потихоньку. Опа, легко, легко. Все, все нормально получится. Уверенно можно. Так, с ними разобрались. Бумажничек. Так, сигаретки. Умпа, полицейский. Товарищ. Товарищ полицейский. Ой, я вам, кажется, жилет помял. Патроны. Так, ну да, там полицейский участок. Там, наверное, будет небольшой арсенал. Берем сначала вот этих мигрантов. Мигрируй туда-сюда. Легче всего будет, чем в эту толпу сразу лечь. Ну, крайний вариант, у меня дробовик за спиной есть. Заряжен. Надеюсь. Да, он полностью заряжен. Поэтому в случае чего там киснуться. Так, я понял. Здесь тоже большая толпа. Вам всем, ребята, конец здесь. Ну, все вам. Похоронная ваша. Надеюсь, не моя только. Не, все нормально. Силенок хватает у меня. Рубите всех. Так. Еще, еще, ребята, давайте. Супер, супер. Не, ну это легко, это просто мачете. Это ничего другое, как мачете. Такую толпу просто в соляного. Ну не, конечно, если бы мультиудара не было, я бы тут бибон, конечно, взял бы, но я слабенький. Что, поэтому я вот с мультиударом играю. Так, вот это я забираю, вот, потом надо вколоть будет. Вот. Поэтому я с мультиком играю. Да мне кажется, что так даже прелестичнее. Так. Так, ну, опа. Ключики. Ключей тут много вообще. В карманах у них лежит всякое. Пока удобрение. Так, удобрение хорошо. Но садоводством я не знаю, займусь ли я. Молоток надо забрать обязательно. Веревку тоже. Еще перегруз уже колоссальный. Надо бы топать к машине. Хорошему.
Так, я очень сильно проголодался. Нужно покушать. Ага, я привлек толпу. Так, я выдохся уже. Не окончательно, но уже будет сейчас попроблемнее убить их. Так, одна есть, даже два. Так, магазин вставлен. Можно, конечно, его забрать, но я не буду. Коробка гвоздей, брезенты, платок. Так, отвертка, походный топор. Так, отвертка. Я заберу, и сейчас пойдем к машинке. Пойдем к машиночке. Масочка чуть треснула, походу, мне дали люля небольшого. Так, надо кушать. Кушать, 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 кушать. Мощные маки. Поедим их что-то. Так, у нас в сумке много тут добра всякого. Накопилось, которое надо выложить по-хорошему. Пары всякие. И еще тут у нас место есть. Вот. Так, бумага. Вот она, туалетная бумага была. Да, туалетная бумага. Вовремя как вообще? Не могу. Не могу, не могу. Просто вовремя, вовремя, вовремя. Это тоже вовремя. Блядь, ну зачем ты завелась, когда я вышел из машины? М-да. Так, что у нас тут с этой машиной? Осколочная бомба. Ух ты. Ух ты. Ух ты, а тут какая-то супер сумка. Материалы для костра. Заберем. А в этой сумочке патроны. Патроны у нас. И дробовик. Ничего себе. Ничего себе. Что это за машина? Откуда здесь такое добро? В какой-то машине. Так, здесь пластырь. Что, может быть, тут в доме будет? Так, войти у меня получится, не получится. Нет, походу не получится. Придется бить окно. Ну-ка, что тут? Песок. Гравий. Удобрение. Удобрение. Гравий. Удобрение. Лопата. Лопата, садовый опрыскиватель. Пачка семян. Ладно, заберем, пускай будет. Как бы, может, займусь. Так, опрыскивать два надо. Семена. Гном Давид. Заберем. Ой, гнома не забрать не получится. Пластиковый фламинго. Так, совок.
Так. Коробка банок. Так, это заберем. Ладно, я отсюда что-нибудь наберу. Выпуск один. Здесь уже склад, да? Удочка. Что это такое на полу? Блоки какие-то. Это, конечно, супер. Adidas Kilo Jacket. Барс. Штаны. Это все очень хорошо, но, к сожалению, я это не унесу. Так, дверку надо выломать. Давай же ломайся, я не хочу кувалду использовать. Так, это надо. А здесь оружейная часть оказалась. Суп Ругер Мини. Прицел. Даже вот так. Так, надо бы заметку сделать. Есть у меня что-нибудь? Ничего нет. Ладно, запомним так. Сейчас надо будет скинуть чутка вот машину, чтобы поместиться хотя бы семена. Садоводство тоже выкладываем. Так, вот эту бомбу. Бомбу лучше убрать, конечно. Греха подальше, а то, блин, всякое может быть. Патрон картечь надо сюда переложить. Эти патроны из коробки вынуть. Контроль эмоций убрать. Сигареты убрать. Это убрать. Так, где тут надо поесть? Так, есть полностью. Так, подъедем к полицейскому участку. Друзья, вы чё как бомжики не спите? Чё-то полицейский участок. Давайте. Попрощаемся с вами. Ой, так, мертвые. Сексау. Патроны 9-9. Миск, к черту. Так, уберем осколочки. Сомневаюсь, конечно, я на наличие арсенала здесь, но все-таки проверить стоит.
Мелковат полицейский участок. Туалет. Ага, есть. Ага. Там есть товарищи. Сват бьют щит. Угу. Так, ладно, надо уйти. Так, привет. Так. Шлемачок. Свод Bulletproof Vest. Наденем-ка его лучше, в отличие от того полицейского, от того армейского бронежилета. Он будет получше. Так, коробку 308 заберу. Артик, вот этот прицел тоже заберу. И винтовку тоже надо забрать. Я бы и забрал вот эту штуку, но она вообще не имеет никакого смысла. Так, это резинка там. Схожу в туалет здесь и, наверное, помоюсь. Тем временем моя вылазка завершается. Теперь я отправляюсь на базу, чтобы выложить все свое найденное добро. Thank you.